Доброго ранку, ми з України. Пу-пу-пум. На роботі. Работаем. Вчера орки подло ракеты ударили по спящим нашим солдатам. Идет спасательная операция до сих пор. Я не хочу об этом говорить, потому что я жду официальных данных от ВСУ, чтобы там цифры корректно указывать. Мы готовимся к посевной, развозим продукты, эвакуируем людей, спокойненько двигаемся. По военной части чистим села, зачищаем, отодвигаем соперника, соперниками, орков, мудаков. Комментировать тоже сильно тут не хочу, потому что тактика с людскими потерями не наша тактика, мы аккуратно двигаемся. Эти орки, ну это катастрофа, они просто вчера выезжали, стреляют по селам, перепуганы, из автомата расстреляли гуся, выбежал, засранный весь, схватил его, думал, он живым его съест. Ну, плохо. Сейчас еще дожди пойдут, будут они сидеть в лужах, и тогда точно все переболеют, сами сдохнут. То есть мы их потихоньку выбиваем, они подленько стреляют ракетами в спящих солдат. Ну, ничего, сейчас война. Двигаемся дальше.